профилактических тренировок и приема препаратов, укрепляющих сосудистую систему. Препараты я не знаю, какие применять. Ну, я порекомендую вам, улучшающие кровоснабжение головного мозга, можно это пройти процесс ускорить. Поэтому нужно делать упражнения именно симметрично. Я вам рекомендую внутривенно прокапать пентоксиферин, октавегин в дозировках, я указал здесь каких-то дозировках, каких-то количествах и в течение какого времени. Тромбы АС принимать постоянно. Можно с вечера. Давление из-за этого может повышаться, из-за поражения почек. Конечно, это очень большое давление.